Всем привет. На озеро, мы там ага. Всем привет. Сегодня 12 сентября 2020 года. Вот спустился с Левашовой горы, с Пролетарской. Посмотреть, как подсвечен детский парк. И вот встречает нас фонтан Кони. Музыкальный, оказывается. Для меня это открытие, потому что думал, только в Центральном парке у нас поющий фонтан. Оказывается, еще и здесь. Фонтан Кони, в принципе, известен еще с советских времен. Но вот то, что его реконструировали, подремонтировали и сделали из него поющий фонтан, это на самом деле замечательно. Вот давайте посмотрим. Ну, он, конечно, попроще, чем в Центральном парке, этот фонтан. Нет такой иллюминации, гаммы цветов, но, тем не менее, смотрится очень даже неплохо. Вот, смотрите. У художника Петрова Водкина есть такое произведение, полотно «Купание красного коня». Вот, наверное, дизайнеры этот цвет употребили. А, не, во, еще и кроме красного есть и синий, зеленый цвет. Слушайте, красиво. Играет легкая музыка. Ой, красиво. Хорошо. Напомню, что здесь водопадик такой присутствует. Шумит вода, как будто прибой. Пасутся два коня. Красивенько. Может быть, со временем город Орел станет городом поющих фонтанов. Опускай. Будет чем привлечь туристов. Видела какой, нет? Первый раз видишь? Ага. Отремонтировали фонтанчик. Не так, конечно, красиво, как в Центральном парке, но тоже неплохо. Раньше ж просто кони эти стояли и все. А тут еще водопадик сделали. Вот. Очень симпатично. Угу. Ну, пойдем сейчас по парку пройдемся, посмотрим, что там. Тут такая площадка неоформленная. Может, со временем что-то тут будет. Аттракционы, может, развернуть, не знаю. Вот. Прогулка по вечернему детскому парку. Время где-то 8:30. То есть 20 часов, там, допустим, 30 минут. Ну, с освещением не густо. Качаться в темноте на качелях, наверное, не так комфортно. Хотя и интересно для молодежи. Темнота, друг молодежи. Да, в виде каната. А ты была здесь вообще? После открытия? Первый раз, да? А. Тут знаешь, что тут ксилофоны и вот эти интересные. Здесь, может, беговая дорожка просто в асфальте сделана. Беговая? Да. Просто сделана. Я батуты вот видел. Беговая вот эта дорожка. Ну, сейчас вот смотри. Слушай, ну освещение слабое, правда.
Беговая дорожка. Я что-то не видел. Может, горки вот эти она имела в виду? Тут батуты освещены. Барабаны, вот дети на барабанах играют. В принципе, я все это уже снимал на видео днем. Но вечером попрыгать, конечно, бывает интереснее, чем днем. Опа, уже пропрыгали пару дырочек, да? Пару дырочек уже пропрыгали, я вижу. Каблуками, может быть. Ага. Да. А тот пока еще батут целенький, без дырочек. Жаль, конечно, жаль. А у нас все, что хочешь, пропрыгают. Ксилофончики, трубофоны, ксилофоны. О, замечательно. Там кафешечка. Такие светильнички. Как столбики светящиеся. И где она? Гуляет? Не дозвонилась до нее, не слышала. О, как сделано, интересно, а? Пенечки какие-то вкопали. Как будто. Ну, не знаю, как-то все-таки мне кажется, что освещения маловато, да, для вечера. И, с другой стороны, детский парк, он как бы и на день рассчитан. На дневное время. Это же дети все-таки. Ну да, темновато за вечер. Темновато, темновато. Тут такие горочки для лазания симпатичные. Горки. А вот это-то что такое? Это даже не знаю, что это такое. Я как-то в прошлый раз на это не особо внимание обратил. Это, наверное, это типа ходить вот по этим вот. Как на ходулях. Вкопанные ходули, скажем так. Так, ну и там еще фонтанчик. Посмотрим тут. Там же сухой фонтан сделали. Уж не знаю, работает ли он сейчас. А, вот он, работает. И тоже с подсветкой. О, классно, классно. Ну, качели хорошие такие. И парные, и одиночные. И завершим мы видео показом вот этого фонтана. Сухого, так называемого. Детская радость. Как мы видим, он тоже подсвечен.
Ну что, очень красиво, симпатично стало. С подсветочкой совсем другое дело. Вода, конечно, холодная. Очень красивый фонтан. На меня брызги попадают. Ну, замечательно. Фонтан красивый. Приходите в детский парк. Он стал намного красивее и интереснее, чем раньше, после ремонта. Что вы думаете по поводу увиденного, пишите в комментариях к этому видео. Лично мне очень понравилось. Я был даже удивлен, что на фонтан Кони, на сухой фонтан, поставили вот такую яркую, красивую подсветку. Это действительно красиво вечером. В темноте струи вот эти цветные. Это красиво. Это приятно. Это релакс. Отдых, релакс. Приходите в фонтан посмотреть. Детский парк. И днем, и вечером. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла.